Полицейские совместно с сотрудниками ГИБДД проверили мигрантов. Так, в ходе рейда служители закона пришли в общежитие в Калининском районе. Тут находилось несколько иностранцев. С них потребовали документы, регистрацию и разрешение на осуществление трудовой деятельности. Еще раз. А где документы ваши? На регистрацию. Всех иностранцев доставили в отдел полиции, сняли с них отпечатки пальцев и проверили по базе данных. Полицейские спросили документы и у уличных торговцев. Сейчас, перед Новым годом, их стало больше. В случае выявления фактов нарушения общественного порядка, необходимо незамедлительно сообщить в полицию. Проведение комплекса профилактических мероприятий направлено на создание безопасных и комфортных условий для граждан в период проведения новогодних праздников. Кроме этого, полицейские усилили меры безопасности на въездах в город Челябинск. Были выведены дополнительные экипажи ДПС для предотвращения заторов и аварийных ситуаций.